Здравствуйте, я Анна, эксперт МВидео. А этот стильный красавец – холодильник с нижней морозильной камерой от AEG. Одна из главных особенностей холодильников этой марки – увеличенный объем при стандартных габаритах. Например, здесь он составляет 361 литр. При том, что в среднем объем у таких холодильников около 300 литров. Вот что называется скрытые ресурсы. Еще одно достоинство серии ProFresh – раздельное охлаждение камер холодильника. Эта профессиональная технология позволяет поддерживать оптимальную влажность в холодильнике, продукты не будут заветриваться, а в морозильной камере не образуется иней. И что тоже важно, в отделениях не смешиваются запахи. По-моему, супер. А благодаря системе Dynamic Air в холодильной камере поддерживается стабильный температурный режим. Холодильник его стабилизирует автоматически. Кстати, если вы привыкли закупаться на неделю вперед, рекомендую воспользоваться функцией Coolmatic. Продукты быстро охладятся и дольше сохранят свежесть. А для таких продуктов, как рыба и мясо, есть специальная зона свежести. Здесь они лучше сохранятся благодаря пониженной температуре. Удобные мелочи, такие как полочки для бутылок, большой ящик для овощей или контейнер с крышкой. То самое, что делает использование холодильника удобным и приятным. В ящиках морозильной камеры можно уместить все необходимые запасы. А в небольшом верхнем ящике удобно хранить лед или домашние заготовки. Сенсорный дисплей показывает температуру в холодильной и морозильной камере. При желании ее можно отрегулировать. Вот так. Еще одна удобная функция – режим отпуск. Если вы планируете долго не эксплуатировать холодильник, воспользуйтесь ею. Морозильная камера будет работать как обычно, а холодильная – отдыхать. Холодильник AEG – это стильный и функциональный домашний помощник. А благодаря внушительным объемам он станет отличным выбором для большой семьи. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор поможет вам определиться с выбором. МВидео. Нам не все равно.